Экскурсоводы и гиды республики прошли официальную аттестацию. 13 человек из 14 успешно справились с испытаниями, тестовыми заданиями и практической частью – презентации экскурсии или тура. Среди конкурсантов и музейные экскурсоводы, гиды по историческим достопримечательностям и те, кто проводит туры в горах. Людмиле Нечитайловой попался билет с ее любимым туристическим маршрутом. Мне достался билет, вот как раз у меня за спиной фотография, это гора Тель-Пасис, одна из вершин у нас на границе Приполярного и Северного Урала на территории Республики Коми, это одна из точек показа на нашей экскурсии от плато Маньпопунер до горы Тель-Пасис и реки Щугар, как раз этот билет я и вытянула. Аттестация – это обязательное условие с 1 июля для всех, кто организует и проводит туры. Работникам сферы туризма необходимо было подтвердить свою компетенцию. Это сделано для того, чтобы исключить непрофессионализм при оказании туристических услуг, а главное – обеспечить более безопасный подход при проведении экскурсии. Мы теперь уверены, что клиент, который потребляет туристические услуги в регионе, получает их в должной мере у проверенных людей, которые не просто пришли и сдали. Это была сложная подготовка, большое количество вопросов. Надо понимать не только в культуре или истории, но и в безопасности. Как правильно проходить маршруты. Должны знать все нюансы, которые есть на маршруте у туриста. Организацию аттестации и получение карточек организовало региональное министерство экономического развития, промышленности и транспорта. В состав комиссии вошли сотрудники научных организаций, историки, краеведы, представители туроператоров и общественности. Все они смогли оценить подготовку участников экзамена. Маршруты были разные, территории республики были разные. Это был и Урал, это был и Троицко-Печорск музей про сито, экскурсии. Ижма нам рассказывала про храмы, монастыри. Вы знаете, сказать, чтобы вот кто-то вот особенно, я думаю, что такой уровень уже вот те, кто прошел аттестацию, он достаточно высокий, что примерно одинаковый уровень. Кто-то более эмоционален, кто-то в силу своего характера более спокойно, но все экскурсии, я думаю, были очень интересные.